Ее музыка поднимает на вершину Чотыртау, отправляет в путешествие по Волге, оживляет древнюю историю татарского народа. Спустя 5 лет с последнего концерта композитор Ильмира Галимова вернулась на сцену с новой авторской программой. Сегодня звучит все то, что сердцу дорого для композитора. Концерт так и называется. В моих произведениях я акцентирую внимание на фольклор татарского народа, так как являюсь еще этномузыкологом, кандидатом искусствоведения. Я ездила в экспедиции и записывала фольклор, и непосредственно поэтому пропиталась вот этим духом и пропагандирую это в своем творчестве. Опера «Кул-Шариф» о национальном герое татар. В концерт для гитары вплетены мотивы народных песен. Романс «Сунлап келген мәхәббәт» – поздняя любовь, премьера вечера. Патриотично звучит и новый гимн Сабантуя. Безумно приятно исполнять гимн Сабантуя, учитывая, что музыка очень помпезная, очень патриотическая, насыщена такими очень гимническими красками. Это единственное произведение в республике, написанное для кылкубызы с оркестром. Древний тюркский инструмент в руках башкирского музыканта Залии Гниатуллиной. Его Ильмира Галимова посвятила знаменитой горе в Ознакаевском районе. Она в этом произведении очень тонко показывает именно красоту этой местности. То есть тут можно услышать, вот если слушать произведение, тут можно услышать и гору, да, и степи, да, в какой-то степени, где-то скачки. Ильмира Галимова написала более 200 песен и романсов, более 100 разножанровых произведений. Знаковым событием стало признание лауреата международного конкурса композиторов имени Назиба Жиганова. Музыкологию она совмещает с научно-исследовательской работой. Летом возглавила Институт татарской энциклопедии и регионоведения. Как отметил президент Академии наук Ривкат Миниханов, она гордость Татарстана. Ильмира Галимова признается, все ее труды во благо республики и своего народа. Было время, когда мне предлагали уехать за границу, работать в хохшуле, но я отказалась, потому что я поняла, что я не смогу жить без своей республики, без своего народа. Алия Сабирова, Альбина Минаева, ТНВ, Казань.